Сереги, в ту сторону. Не, Серег, другую сделай. Во, вот сюда ровнее получилось. Куда, вот сюда? Угу. А, ну, наверное, знаешь, что, из-за... Знаю, да? Да. Ландшафт, рельеф. Ура, топливо едет. Почти. Mm-hmm. Не, почти подожди, ехал. Ему еще из речки выехать надо. У меня Витус есть. Нет у тебя Витуса. Ну, придется. Витус пустой стоит, на нуле. Так, 131 я сейчас побегу. 131 сожгли. Я пописал, он потух. Если ты на него пописал, я вообще в него не сяду больше. Придется. Не, я лучше вон в 130-го тогда прыгну. Виталя, я не понял, на карте вот этот 130-й, он что, открытый, что ли? Угу. Да, он открытый сразу. На нем было сразу надо сесть и перевести вчетвером гаражные части, открыть Уралов, там загрузиться и отвезти. Ох ты, какой шустрый, ты на этом зеле далеко уедешь-то? Ты уедешь-то далеко на нем, да, на этом зеле? Да, я видел уже, я ж пересаживался. То есть у нас получается по дефолту здесь 130-й? Да. Там и еще вот КамАЗ рядом со 130-м стоит. Только он без топлива. КамАЗ не убрали, да? КамАЗ оставили. Да, и бочку. Да, только он был с бочкой, а теперь пустой стоит. Ага. Ну, потому что симулятор. Да нет. И на Аркаде тоже так же, да? Без разницы, Аркада, симулятор, машины не меняют свое место. А. Визуализация. Угу, угу. Прикольно. Почему-то мне кажется, я еду там, где вообще никто не ехал. Нет, нет, мы там вот, и ехали. Кстати, да, мы всей толпой там проехали. Все, я понял, да. Вижу фонарь вдалеке и Витуса. А маячки никто не поставил, да? А их и не было. А ты где видел по дефолту на Урале маячки? А на 131-м. А на 131-й ты можешь поставить. Ну, к сожалению. Ну, вернись назад, ты еще недалеко уехал. Сейчас я бочку цеплю, подождите. Да, сбегай. Поставь маячки. Мотану побыренько. Я думаю, что ты сейчас в речке ты ее и отцепишь, и поедешь за маленькой бочкой. Нет. Опаньки, все, морду задрал, сейчас встанет. Да нет, карабкается. Не, стоит он мордой как... Бабка-куляпка. Да не бабка-куляпка, мы все там были. Детка-пердетка. Мы все там были. Я до Деревца дотянулся, потом Серегу выдернул, Серега Гришу вытащил. А тебя-то некому, друг мой. Да и ладно, без сопливых разберусь. Ну конечно, значит, ты ж деревья-то найдешь, я знаю. Если я нашел, то тебе это вообще не составит труда. Ну вот же. Да, прикольно. Я ж уже сколько с тобой проездил-то, я научился деревья искать. Ну только еще, правда, мне далеко до тебя, я на ходу еще не могу за дерево зацепиться. А он чего, еще не доехал, что ли? Я сейчас, так походу, все, еще на боку валюсь. Я уже думаю, что мне пора брод уже закрывать, он уже, блин, уже почти на асфальте. Я сейчас почти рухну, подождите оба. Что ты упал? Так тебе придется ли кому-то из вас везти. Погоди, он нам горючку пускай привезет и пускай падает, мы сами уроним. Я сначала себя заправлю, вы потом ко мне подъедете. Я бы рад тебе подъехать, но я высох. Меня не интересует. А что, действительно, для сложности они бы взяли, бы оставили здесь только УАЗик и Зилок 130, и вообще... Да, и к УАЗику прицепили бы средний роспуск, и пусть УАЗик тащит. Да. Он лесоповал. Вообще, кто-то мне на УАЗика, блин, обещал колеса. Я не скрываю, они есть. И мне тоже.
Ты их нашел? Да. Все. Я на днях запихаю себе сюда этого самого. Тебе помочь? Хочу сюда свои диски. Тебе запихать помочь? Да я пока еще в состоянии. С трудом еще пока. С трудом, но и пока еще запихиваю. Рома, налево, Рома, налево. На какое нахер лево? Налево. Рома, налево. Блин, он сейчас неделю будет объезжать теперь. Ты смеешься, у меня машина вот здесь за углом. Нас твоя машина пока меньше всего интересует. Ты привези нам топливо, мы стоим тут как идиоты. А у меня машина вон с другой стороны, ладно, да сейчас. Да мне насрать на твою машину, ты нам вези. Сейчас ты говоришь, что ты поедешь. О горе, не, ребят, мы не дождемся сегодня топлива. Да, ты попробуйте развернись. Да. Ну ничего, так медленно, но верно подходим к утру. Угу. Какому? К следующему. Сколько их еще будет впереди? Хорошо, стоит. Действительно, хорошо стоим. А что сверчки-то у них там не там цикады там в лесу? Ничего нету. Только этот. Действительно, только это. Виталь, ну-ка, подбавь. Я другого звука не слышу. Сейчас я подъеду. Подождите, надо развернуться теперь. Где-нибудь на этом руклите. Хорош, Виталя. Рома, заправь ты его уже, допускай он едет. Сейчас, парни, подождите. Рома ломанулся вообще от нас в другую сторону. Мне надо развернуться, Виталик, тут негде развернуться. Да подождите, уже не разворачивайся, минуту. Роман. Да теперь уж все разворачивайся, теперь уже заправляй себя и езжай по кругу. Теперь уже по кругу ближе будет. Да, кстати. Подождите, у меня ребенок просто тут очень сильно кричит. Подождите секунду, покурите минутку. Сейчас хорошо, я буду ехать, но поэтому как бы, подождите, сейчас подъеду. Я буду ехать, но вы заткнитесь, короче, все понятно. Ну ладно, ну там мелкие, правда. Да ладно. Ребенок есть ребенок, ему не это объяснишь. Да. Это точно. Слушай, он сказал, что он будет ехать, но он встал. Он сказал, что покурите. А, да. Подожди, а то, что он себе прокладывает путь, мы это тоже видим, нет? Я вижу. Да. Да, я тоже вижу. Я тоже, по ходу дела, вижу. Нормально слышу. А, вот это, кстати, синхронизировали. Не синхронизировали грязь, не синхронизировали свет. Свет синхронизируем мы, но синхронизировали эти. Знаешь, как червячки лазят, да? Да, ты помнишь, мы с тобой какую-то карту... А, 32 на 32 так посмотрели. Да, 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 там один опарыш, знаешь, так... Как будто яблоки червяк проползал взад-вперед. Вся карта черная, мы ни одной точки практически не открыли. Там пару штук, наверное, открыли. А их там, наверное, штук 20. И вот эти вот белые проточенные. Ага, один муравейник сплошной был, я понял. Ну, мы ездили, потому что по дорогам, а точки-то... Там, по-моему, пару штук на дороге были. Остальные все в кустах где-то. Кстати, у меня, по-моему, где-то скриншот или ты делал, Гриш? Да и вроде и я делал. Это когда я карту выкладывал, помнишь? Мы же Ромке отправляли, это сделали разведку. Ромке отправляли в хорошее настроение. Да-да-да.
О, рассвело. Так, ну чего, давайте анекдоты. Анекдот от Ави. Все синхронизировано, да? Самый главный анекдот – это синхронизация груза. Вообще. Тебе, ага, тебе передали груз, и все, охраняя его, вышел, потерял. Я убью этого передаста, который мне передал груз. Да, вообще что ли не делали такую ерунду. Ну не, ну может быть задумка-то и была нормальная, но блин, решение-то этой задумки-то никакое. Ужас. Блин, почему нельзя левой кнопкой мыши на вот на Ромахин грузовик нажать и передвинуть его поближе? Сейчас Ромаха вернулся уже около нас. Я бы его сейчас подтащил бы сюда. Поехали за ним, съездим. На чем? На 131-х? Угу. Не, я пожалуй. Мы потом здесь погрузимся. Я, пожалуй, можно и на 130-м было бы съездить, но я что-то не хочу перепрыгивать. Ну, ты забудь о том, что надо грузиться. Пойдем перепрыгнем, а? Очкую, да. Я два раза перепрыгнул, и ничего. Что-то я очкую. Да ты не очкуй, Виталик. Не, ну так, детализация это вроде ничего, но, блин. Погоди. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ура! Ура! Он движется! Он движется, он движется, да! Обалдеть, зашевелился бензовоз. А лавы, так кто там такой? Он почти рядом, крепитесь. Он само, он само. Если на другой пересяду, автомобиль подъеду до перекрестка, и тогда к вам подъеду. Буа. Чего? Тихо, у меня ребенок занят делом серьезным. У него ребенок там рулит. Фу. Ага. У тебя совесть есть, я. У меня, говорит, ребенок. Ага, значит, ребенок рулит, а он эту употребляет. Видеться-то некуда. Езжай прямо. Вот это еще смешнее будет. Ага, сейчас опять подъедет, скажет, я опять один, я вас не вижу. И все. И все, конец кино. А у меня 2700 в бочку влезло, в мою машину влезло, я не знаю, что я там обвезу. 2700, 270 у тебя там влезло, а не 2700. Мы справа. Что себе, читерилы, что-то заперлись. Ну и этот в грязь полез, ну что вам по дороге-то не едет? Заправляй давай. Ой, ну зачем в грязь-то было лезть, я не пойму никак. Дороги тебе мало. Спасибо. Спасибо. А самый умный пусть... Ай, я его заправил. Блин. Да, и спасибо, ты за это не получишь. Спасибо. Я долго ждал. Да-да. Меня не желаете подождать, я уже еду. Конечно. Конечно, не желаю. Тебя достаточно ждали уже. Я тебе сейчас и колеса спущу. Виталь, давай на ровную поверхность и вот подождем. Тогда. Он сказал, сейчас выйдет из машины, прибежит к твоему автомобилю и спустит тебе колеса. Во. Значит, надо ехать. А то сейчас подъедет, со злости ковырнет мне автомобиль. Надо быстрее разгружаться ехать. Ой, что-то там малыша подкидывает. Машина не едет, рухнет какая-то. Все, я вас вижу, поехали. Да подожди там. Уже... Да мы бы и рады поехали. Что там, навалил, да, Виталик? Не, не я. Нет, малыша ждем. Малыша нет?
Да есть он, но еще бы ему немножко бы я бы его зацепил. Ну, у него этот распуск его держит, он не может вылезти. Нет, распуск его не держит. А, вот я также с бочкой не мог проехать. Серега, ты проезжай, таскай малыша. Чего Витуса ждать? Я там Витусу... Ничего страшного, Виту вперед проедет. А, ну давай. Я просто, по-моему, лишку маленько проехал. Да ладно, не оправдывайся, косяк. Я могу и назад сдать. Не надо. Нет, езжай, езжай, Виталий, я сейчас... Все, сейчас. А, малыш уже выехал. Да, вижу. Давай, приезжай. Его не слышно. Не знаю, я ему предложил лебедку, он не берет. Правильно, мужик. Он всю умчится, и у него, походу, опять микрофон отвалился. Да, Букаморзе пользуется. Давай, потом напечатаешь. Поехали. Зараза. Потом как-то сигналишь, да? Так, теперь только с дистанции на промазал, да? Да, дистанцию держи. Нафига я зад ему подставил? Так, у меня топливо кончается, где бензовоз? А тебе что, Ромаха не заправил, что ли? Нет. Он мне плеснул 10 литров, чтобы я завелся тут. Так, Виталий, мы куда едем? Направо, налево? Я налево, у меня супруги дома нету, мне можно и налево. Подождите, сейчас у нас. Добро. Ждем. А ты вообще это холостой, тебе тоже налево можно, а они пусть едут направо. Все, добро. Серега, ты женат? Да. Но только что у него жена у тещи живет. Серега, пойдем со мной налево, а? Эх. Сходил бы, но надо направо. Ну ладно, уговорил. Серега хитрый, взял квартиру в ипотеку. Сейчас переехал в квартиру, он типа ремонт там делает. Понял, ты видишь, как он ремонт делает? А супруга у тёщи живет. Да. А он типа ремонт делает. А как ты думаешь, в колхозе делают ремонт? Так и делают. Целый день у меня в колхозе, а на ночь он поехал с нами. У него уже время-то... так, у нас 10, у него 2 часа ночи уже. Да. А в 7 утра я еще уйду на сутки. Я не пойму. Рома. Ой, какой Рома? Тьфу ты, Рома. Витус, ты чего, на своих подчиненных компромат, что ли, собираешь? У меня досье на всех. Да. Даже на Леху. Могу тебе про Леху много рассказать. Который баловник у меня. Мне не надо, мне пофигу. Я зашел, с колхоза деньги забрал и поехал на Канары. И весь расклад. Да, вот и все. Ну я и думаю, откуда у меня деньги накопились? Это ты просто задержался там на Канарах, да? Да, просто понимаешь, там, ну, девчонки. У нас просто уже бабла много накопилось. А-а-а, я зайду сегодня. Ну все. Не будет у нас трактора нового, да? Да, и кстати, вините во всем Витуса. Он признался, что денег много накопил. Да, есть немножко. Подожди, ты только что говорил много. Теперь уже немножко.